Полит 3060 Ti. Сама она мелкая, гонится, ну так более-менее. Но подсветки очень много. И на этом ролике мы посмотрим, как же ее отключить. В общем, смотрите, друзья. Вот фишки. Раз белая, вторая черная и третья вот эта тоже черная. Вот ее надо нам выдернуть, чтобы подсветки отключились. Ну, самый удобный способ это пинцет. Если пинцета нету, можете вот такую отвертку взять, поменьше. И с краев, вот с краев, надо выдергивать не сразу. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда. Ну, то есть, чтобы она равномерно выходила. Так вы ничего там не испортите. И сильно не надо усилия применять, потихоньку. Почти она у нас вышла. Чуть-чуть еще. И вот. Вот мы ее отцепили. Вот она. Можете также вот рядышком оставить. Чтобы она желательно платы не касалась. На этом все, друзья. До новых встреч.